Вы мы сейчас уйдем. Я сейчас быстро только в вашем присутствии веду еще раз курс дела. А вы без опергруппы? Я-то просил опергруппы, ведь тут преступления ведь совершились. Я не знаю. Мне дежурная часть отправила участкового сюда. Вы дежурный участковый, да? Да. Так я на место преступления. Я юрист, сразу объясню. Зовут меня Долгих Антон Витальевич. Просто дело в том, что. Это хорошо. Дело в том, что здесь место преступления. И чего вы здесь собираетесь делать? Объяснение само собой, но я их сейчас давать не буду, я их в письменном виде представлю, качественно и отправлю. Я хочу, чтобы сейчас вы зафиксировали не вы лично, для этого я вызывал дело сообщения в форме заявления о преступлении. То есть у меня есть... Что именно? Давайте по порядку так. Я сейчас объясню, но просто вы-то ведь не сможете ничего сделать, кроме объяснений. Я сейчас объясню и попрошу вас вызвать, тем не менее, оперативную группу. Значит, первое. Я член избирательной комиссии Кировской области. Есть аппарат у избирательной комиссии, там работает Светлана Исупова. Владимир Анатольевич, как у меня отчество, я не знаю. Анатолий. Светлана Анатольевна Исупова, работник аппарата. Она, по моему мнению, испытывает ко мне личную неприязнь. И вот из-за этого сегодня она решила спровоцировать со мной конфликт. Значит, по моему мнению, она совершила три преступления. Первое преступление – это клевета в мой адрес. Она сказала, под запись у меня все записано, она сказала, что я украл у нее крупную сумму денег. Это было четко сказано. Значит, я подал заявление о возбуждении уголовного дела, понятно, что частное обвинение, понятно, что я заявление буду подавать, тем не менее, я его подал. Второе. Как гражданин, которому стало известно о возможном преступлении, о краже крупной денежной суммы, я подал заявление о возбуждении уголовного дела по статье 158. Часть я не указал, потому что я не знаю, какая там сумма. По статье. То есть, кража, мне стало известно. При этом, чтобы не совершать заведомо ложного доноса, и сейчас я в вашем присутствии говорю, мне неизвестно, совершена ли кража кем-то. Я точно знаю, что я ничего не крал. И потому что я, слава богу, здесь с записью постоянно хожу. То есть я-то точно знаю, что я ничего не крал. И именно поэтому я и подал заявление о клевете. Но если гражданка Исупова сообщила о том, что у нее украдена крупная сумма денег, я как законопослушный гражданин, мне стало известно о возможном преступлении, я подал это заявление. Поэтому вот по краже-то мне даже больше интересно, чтобы опергруппа все зафиксировала. Сколько у нее украли, где лежало. Должны взять объяснение. Третье, это гражданка Исупова напала на меня, совершила насильственное действие физического характера и причинила мне этими действиями физическую боль. И в процессе совершения этого нападения она еще умышленно, опять же на камеру подтвердила, умышленно схватила мою фотокамеру, повредила ее и образовалась трещина вот здесь на стекле. То есть я просил возбудить дело, уголовное дело по части 1 статьи 167 «Умышленное повреждение чужого имущества». Вот поэтому я и обратился в дежурную часть. Значит, свои заявления мной поданы в устной форме, в письменной форме я их подготовлю, самостоятельно отправлю, объяснения я тоже подготовлю, самостоятельно отправлю. На данный момент вы отказываетесь от дачи объяснений, да? Да, на данный момент я отказываюсь от дачи объяснений, но прошу вас принять все необходимые и предусмотренные законом меры для установления обстоятельств совершенных преступлений и или правонарушений. Так, хорошо. То есть я прошу вас принять заявление у гражданки Исуповой, то есть если она захочет его сделать о краже. Если не захочет, прошу вас принять у нее объяснение по моим уже заявлениям. А я свои объяснения подготовлю позже. Хорошо, по вашему заявлению. Тогда, значит, вам нужно сейчас заявление тогда написать по факту нанесения побоев вам и повреждения имущества. Еще раз, нет, уважаемый господин офицер, я свои заявления сделал в устной форме. Это предусмотрено и законом, и приказом, и так далее. Я их сделал, они уже сделаны. Понимаете, мои заявления сделаны, они уже в работе. И я дополнительно, письменно их тоже сделаю, но дома самостоятельно, сейчас, чтобы времени тратить. А сейчас я предлагаю вам, и прошу, даже не предлагаю, я вас прошу вызвать сюда оперативную группу, для того, чтобы они зафиксировали обстоятельства совершения преступления. Гражданка четко заявила, что у нее украдены деньги. Угу. Так, ладно, тогда сейчас ее пригласим. Конечно. Побеседуем. Конечно. Что у нее украдено? Так я-то почему должен беседовать? Я в полицию обратился. Я побеседую. Да. То есть я ее, когда начал спрашивать уже после вызова, она сказала мне, что отказывается отвечать, будет давать все ответы правоохранительным органам. Очень хорошо. Сейчас вы здесь, пусть она пояснит, потому что я ведь переживаю. Может быть, действительно у нее крупная сумма денег пропала. Так, тогда коротенькое объяснение о том, что от дачи объяснения в данный момент отказываетесь. Ой.
Вас как зовут? Как пришли? Александр. Александр, я вас очень прошу, вы когда будете брать от нее объяснение, пожалуйста, возьмите тщательно, вот прямо вот проявите все свои способности, навыки, знания, чему вас учили. Это очень важно все. Понимаете? Я мало того, что буду знакомиться, я это так не оставлю. И я вас очень прошу, от первичных документов зависит действительно очень многое. Я не прошу вас там занимать мою позицию, еще что-то. Я прошу вас строго по закону. Потому что вот такое прощать нельзя. Она во всеуслышание, при людях, под запись, значит, мало того, что обвинила меня в краже, так еще и действительно на меня напала и сломала мне камеру. И сказав, что да, ваша камера, наверное, меньше 2000 стоит. Поэтому очень важно от вас. Особенно кража меня интересует. Пусть она четко либо сообщит о краже, либо скажет, что у нее ничего не пропадало.